Рыбалка – дело тонкое, а зимняя рыбалка и того тоньше. В Ульяновске самым излюбленным местом у рыбаков считается Куйбышевское водохранилище. Поэтому эта часть реки находится под постоянным наблюдением спасателей. На воздушной подушке «Хиус» сотрудники инспекции по маломерным судам патрулируют Волгу и беседуют с рыбаками. Нужно принимать во внимание, что профилактическая работа необходима, ее необходимо проводить больше и больше, и в средствах массовой информации, и публиковать статьи, и сделать выезды, и плановые, и внеплановые выезды, и с органами местного самоуправления. Профилактические беседы приносят свои плоды. Во время последнего рейда рыбаки показали отличные знания по теме спасения и самоспасения на льду. Я все время один рыбачу, они как вороны лезут на шею. Вот они утопить могут сразу. Они не соображают. Вот в глаза... таких случаях для себя две отверточки возьмите я знаю, на веревочку на шею повесите. Замер толщины льда показал, что лед на Волге не везде одинаков. В разных местах его толщина варьируется от 30 до 40 сантиметров. Показатели благоприятные, однако правила безопасности забывать не стоит. Рыбаки носят с собой отвертки и веревки, чтобы в случае провала под лед выбраться из воды, а также сотовые телефоны для того, чтобы в экстренной ситуации иметь возможность связаться со службой спасения. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.